Привет, я Игорь Бурцев, делаю для вас тест-драйвы на моем канале в YouTube. Сегодня я вам бегло, очень быстро покажу вот эту зверюгу. Это Jaguar F-Type, причем не простой, а с литерой R. Мотор 5 литров, V8. 550 лошадиных сил и ускорение от 0 до 100 за 4,1 секунды. Давайте я вам покажу его вокруг. Смотрите, какие мощные тормозные механизмы. Брембо! Вот такой салон. Не сказать, чтобы блещет он роскошью. Как всегда, в купе очень мало места. Вот такие емкости для какой-то поклажи. С собой взять можно очень немного. Карбон, литера R и очень мало кнопок, очень мало. Если сравнивать с тем же Porsche, то можно сказать, вообще поскупились. Jaguar. С моим ростом под 190 здесь помещаться, ну прям впритык, в обтяг. Крыша почти упирается мне в голову. А ну вот, нормально, кстати. Все, жизнь наладилась. Какой тахометр. Смотрите, это главный прибор в этом автомобиле. Не самые, знаете, на ощупь богатые материалы отделки. Пластик такой довольно простенький. Вы слышали? Вы слышали, как она рыкает? Вот это да. Что там происходит сзади? Я бы вот так с открытой дверью ездил. Мультимедиа. Говорит с нами по-русски. Практически не затормаживает. Ну да, немножечко есть, да. Звучок здесь хороший. Эта машина должна звучать громко, чтобы перекрикивать собственный мотор. Режим у нас есть зима, режим дождь, лед, снег. У нас полный привод, но при этом пренебрегать вот этими клавишами, я думаю, не стоит. Учитывая мощность автомобиля, бешеный крутящий момент, 680 ньютон-метров, это очень круто. Вот эта кнопка вообще адовая, это отключение стабилизации, курсовой устойчивости. Спойлер, аэродинамический поднимается автоматически на высокой скорости, но можно сделать это принудительно с кнопки. Это такой пижонский вариант. Хотите показать, что у нас есть? Выглядит это, конечно, довольно странновато, да? Не похож он на антикрыло, похож на какой-то мизерный багажничек. Что касается багажника, багажник здесь, ну, прямо скажем, есть. Он вот такого небольшого размера. Сюда вам, наверное, тоже хочется заглянуть. Это мотор тот самый V8, 5 литров, 550 лошадиных сил. Он занимает, ну, где-то треть автомобиля, это только мотор. Вот они как, 4,1 секунды выглядят на сотке. Фу, как он откашливается. Нет такого, что поставил его на дугу, и он пошел по ней сам. Я его заправляю, я чувствую каждое его движение. Он живой, это автомобиль, он живой. Бам, и 200. Очень жесткая подвеска. Была бы она мягкая, я бы на такой машине, честно говоря, обоссался бы так ускоряться. Стрелка тахометра, которая гуляет туда-сюда, к 7000 оборотов, с любой скорости. Со 180 ускорением. Практически как с места. Класс. Это класс. Привет, я Игорь Бурцев, делаю для вас тест-драйвы на моем канале в YouTube. Сегодня я вам бегло, очень быстро покажу
вот эту зверюгу. Это Jaguar F-Type, причем не простой, а с литерой R. Мотор 5 литров, V8. 550 лошадиных сил и ускорение от 0 до 100 за 4,1 секунды. Давайте я вам покажу его вокруг. Смотрите, какие мощные тормозные механизмы. Брембо! Вот такой салон. Не сказать, чтобы блещет он роскошью, как всегда. В купе очень мало места, вот такие емкости для какой-то поклажи. С собой взять можно очень немного. Карбон, литера R и очень мало кнопок, очень мало. Если сравнивать с тем же Porsche, то можно сказать, вообще поскупились. Jaguar. С моим ростом под 190 здесь помещаться, ну, прям впритык, в обтяг. Крыша почти упирается мне в голову. А ну вот, нормально, кстати. Все, жизнь наладилась. Какой тахометр. Смотрите, это главный прибор в этом автомобиле. Не самые, знаете, на ощупь богатые материалы отделки. Пластик такой довольно простенький. Вы слышали? Вы слышали, как она рыкает? Вот это да! Что там происходит сзади? Я бы вот так с открытой дверью ездил. Мультимедиа. Говорит с нами по-русски. Практически не затормаживает. Ну да, немножечко есть, да.